Наказываю регулярно. Киркоров о воспитании детей. Филипп Киркоров в разговоре с журналистом Мистер Хит поделился деталями воспитания детей. По словам короля российской поп-сцены, со стороны кажется, что жизнь его детей сплошной праздник. На самом деле они много трудятся. Киркоров пояснил, что у 7-летних Аллы Виктории и Мартина очень загруженный график – учеба, спорт, изучение иностранных языков. При этом певец дал понять, что своих детей не балует. «К воспитанию подхожу со всей ответственностью. Я справедливый и наказываю регулярно. Самое страшное для них сейчас – лишить айфонов», – заявил артист, подчеркнув, что это только со стороны. Кажется, что жизнь детей – сплошные праздники, путешествия и фейерверки. Киркоров отметил, что у Аллы Виктории и Мартина прошел возраст, когда они занимали его вопросами. И сегодня интерес детей к жизни требует более глубоких рассуждений. Артист заявил, что он достаточно подкован в химии, физике и истории, чтобы ответить. Наверное, одни из самых интересных задачек за последнее время – почему некоторые метеориты долетают до Земли, а остальные сгорают по пути? Или почему стрелки часов идут слева направо, припомнил певец. Несмотря на любовь Киркорова к брендовым вещам и покупкам, его дети не должны унаследовать эту черту отца. Артист отметил, что он достаточно щедрый папа, но не всегда.